Пришла с работы, вот такое вот время, сколько там, ровно 7. Это Людмила сегодня работала до 6. Где час шлялась, непонятно, ходила по магазину, вот, оставила в комнату, вот в таком вот состоянии, видите, закрытые окна. Ну, орхидеям, конечно, наверное, во второй половине дня было темновато, но вы знаете, комната не нагрелась. Так что, ну, вот так вот. Как-то так. Может быть, открою сейчас больше жалюзи. Ну, в принципе, уже и смысла особого нету. Так что посмотрю, понаблюдаю за цветами, как они будут чувствовать себя. Вот эту вот орхидею утром полностью пересаживала. Вот эту вот большую цветущую, потому что... Взяла ее поливать, а она у меня вообще практически сверху земли. Ну, не сверху земли, а сверху этого грунта. Короче, я весь этот грунт выгребла ванной и полностью потом воткнула ее опять в горшок, помыла ей листочки и засыпала вот этим вот, как это называется, субстракт или как. Дам ей отцвести, а потом подумаю, что дальше делать. Или горшок менять. В общем, как-то так. Вот. А это вот, видите, скоро-скоро будет, может быть, первый цветочек. Ну, ладно. Вот. Опять это вот. Ну, так вот. Светом вроде бы лучше. Сейчас вам покажу быстренько, что купила сегодня. Без цен, без ничего. В общем, купила вот такие вот обрези куриные с жирком. То, что хотела еще купить в субботу. Их здесь 800 грамм. Надо сегодня что-то приготовить, если на меня снизойдет озарение. Озарение должно снизойти, потому что кушать нечего. Так, дальше приправа для мяса. Ну, швайн это свинина, но неважно. Вот, купила две морковки, купила вот такой вот нарезной бекон, вверх тормашками показываю, да, так, дальше купила вот такой вот хлебушек, нарезку вам в магазине показывала, и купила вот такой вот лоточек, он стеклянной емкостью, вот здесь объем его 1 литр. Так, сейчас попью водички, поклюю вот эту вот черешню, а потом буду вызывать у себя, как это называется, господи, как это называется? Озарение, желание готовить. Вот, ладно, все. Какое солнышко, слушайте. Вот это вот, кто хоть раз готовил на камеру, меня сейчас прекрасно поймет, девчонки. Когда не снимаешь... рецепт, да, тогда все готовится намного быстрее. Тут морковка с луком, короче говоря, у меня заход второй на паштет. Ай-яй-яй, сейчас будет аварион. В общем, вот такой вот шикарный бульончик я сегодня выливать никуда не буду. Он сейчас остынет, и я поставлю его прямо с кастрюлькой в холодильник. Подождет пару дней, а когда у меня будут выходные, скоро-скоро, приготовлю что-нибудь такое вкусненькое. Ну, посмотрим, что придумаем. У меня сегодня на кухне опять эксперимент очередной. Вы же знаете, что я люблю очень сильно экспериментировать. К отварной курятине, к обжаренному луку, к морковке. Кстати говоря, сегодня без специй буду добавлять вот такой вот бекон в паштет. Значит, получается 2 контейнера по 125 грамм. Итого 250, ну, в общем, в контейнере 125 грамм. Когда приготовлю, завтра утром уже скажу, что из этого всего получилось или нет. Сторонние звуки — это моет посудомойка. У меня получилось сегодня, знаете, как горила хата, гори сарай. Вот. Значит, у меня ушло 2 вот этих вот пакетика бекона. Я решила, что я не буду его оставлять.
И дольше он взбивался, дольше я его измельчала. Несколько раз я открывала чашу измельчителя, все, давала остывать мотору, добавляла больше жидкости. Вот бульона у меня осталось совсем-совсем чуть-чуть. Ну, завтра попробую на вкус, какой он будет, пока еще не знаю. Теплый, ничего не могу вам сказать наверняка. Смотрите, сейчас вам покажу, видите? Летает этот, как его, воздушный шар. Запустили их, было 4 штуки, я видела, но я протупила при съемке, короче, сняла как попало, не получилось, и 3 уже где-то делись. В Дрездене часто запускают их, надо будет, как увижу, сниму. Очень часто на них бывает реклама, на вот этих вот опача. Нема. Ну, Людмила, ты сегодня после работы нахомутала. Вот, видите, каким получился паштет? Его можно взять руками. Он намного плотнее, чем был предыдущий из индейки. Камера, мотор. Сейчас я вам расскажу, что у меня получилось. У меня получился такой вот паштет. Очень-очень плотный по консистенции, насыщенного такого вкуса, очень хорошо чувствуется вкус бекона. И вот по ощущениям, и по вкусовым, и вот ну, просто вот по ощущениям, намного-намного сытнее, чем, например, куриный или индюшины, как я готовила в прошлый раз. Я вчера смеялась сама себя, искала рецепт подобный, думаю, ну что же я такое, знаете, взяла, придумала, потому что он тянет почти практически на авторский рецепт, либо на какое-то вот, ну я не знаю, вчера гуглила в гугле, смотрела в ютубе, нет таких рецептов, чтобы был именно куриный паштет с копченым беконом, нет. Есть разные другие варианты, такого варианта нет. Поэтому, может быть, когда-то, когда я доем, отдохну от такого паштета, я выпущу что-то типа кулинарного ролика, именно кулинарного в формате, и сделаю это как авторский рецепт. Потому что до меня такое вот я, как вижу, не готовил. Может быть, кто-то видел, напишите мне об этом комментарии. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Вот. Вкус бекона очень хорошо чувствуется. Значит, стоит ли, скажем так, оправдан ли такой эксперимент? Оправдан. Оправдан, потому что это вкусно. Оправдан, потому что любой эксперимент, в принципе, если он удачный на кухне, он оправдан. Кухня не имеет границ, у кухни нет правил и нет законов. Ну, какие-то, конечно, элементарные законы соблюдаются. Так, в принципе, на кухне это, как это называется, островок творчества. И тут мы можем творить все, что мы хотим, ну, с какими-то определенными условиями. Вот, что еще хотела? А, мне Наташа писала, что патентую слово «солюшка». Ну вот не знаю насчет солюшки, но вот этот вот рецепт когда-то, может быть, в будущем и запатентую. Ну, не знаю. Шучу, конечно. Потому что запатентовать что-либо, это надо, наверное, пройти какой-то непростой путь, и это все непросто. Все, я буду завтракать. Всей Украине, всем украинцам скорейшие победы, как следствие мира. Всем, кто находится, живет сейчас в Украине тихих дней и ночей. И чтобы у всех у нас было в ближайшее время все хорошо. Всем пока-пока.